подписчики моего канала, просто любители карт Таро, читая комментарии, так хочется сказать, да, такие большие девочки, верите в сказки. А дело в том, что онлайн-расклады, которые выставляются где-либо, это не конкретно на вашу ситуацию. Это любой таролог показывает свою работу, и вы можете выбрать себе таролога для личной консультации. Поэтому недоумение, что все тарологи рассказывают сказочку о любви, это нормальное недоумение, потому что на самом деле таролог может рассказывать вам вообще историю своей подруги, своей знакомой, своих близких, кого угодно, да? Если вам эта история подошла по вибрациям, подошла по ситуации, по причине того, что сейчас мужчины практически все абьюзеры, и они как под копирку, вот знаете, как стадо бизонов ведут себя, и никто реально не хочет строить отношения, брать ответственность, но это уже именно из позиции того, что учитесь, да, берите какие-то советы, берите какие-то на вооружение советы высших сил для того, чтобы понимать, как себя вести. Сейчас женщинам очень сложно построить семейные отношения, которые не ресурсно, не самостоятельно рассчитывают на поддержку мужчин, потому что мужчины по всему миру, уж поверьте мне, я работаю со всем миром, пытаются выехать за счет женщин. Я раньше думала, что только наши мужчины настолько себя ведут несерьезно. Сейчас понимаю, что по всему миру одна и та же вот проблема. И женщины жалуются всем, вот русскоязычные, да, там знает она русский язык, или она когда-то жила в России, или она просто, да, там умеет говорить по-русски. Я вот слушаю историю, вот реально удивляюсь, что мы поменялись уже давно местами с мужчинами, тащим все на себе, воспитываем детей, строим там себе квартиры, там дома и так далее. Поэтому к чему нужно стремиться, я считаю, это к ресурсности, это к самостоятельности, это к наполненности, это к тому, что вы можете рассчитывать только на себя в этом мире, да, и чем дальше мы идем, тем как бы все хуже и хуже. То есть слабых мужчин очень много. Этих слабых мужчин воспитывают детские сады, школы, мамы, бабушки, потому что папы участие принимают в воспитании, это, наверное, только более-менее в мусульманских странах, да, в основном как бы наши страны, это вот женщины воспитывают детей, поэтому не надо думать, что вот вы выходите замуж или выйдете замуж, и партнер будет решать ваши проблемы. Хорошо, если он на вас не навешает каких-то кредитов, ипотек, или вас в это не загонит, да, потому что очень много ситуаций рассказывают, когда в браке муж, как бы, знаете, на вас вешает какие-то сумасшедшие кредиты, с этими деньгами исчезает в неизвестном направлении, поэтому тут только вообще стоит удивляться всей ситуации. Давайте посмотрим, знаете, какой расклад, какие испытания приготовила вам судьба, ну, чтобы хотя бы понимать, насколько вас высшие силы любят. Мне кажется, что чем больше испытаний высшие силы дают, это прямо от большой любви, просто от большой любви, да? Потому что когда высшие силы не интересуются человеком, он живет вообще круто и классно. Итак, какие испытания приготовила вам судьба? Победительница вы наша. Ну, вы все добьетесь, чего хотите, да? Вы уже, в принципе, на финишной прямой, я бы так сказала, да? Вы тут такая интриганка, бонасье. Вы тут еще сама абьюзер, еще тот. Умеете мозги компасировать любому партнеру. И вот всегда вот правду говорят, да, не играйте с женщиной в игры. Никогда не знаете, как играет она. Если женщина умная, хитрая, она вас всегда переиграет. Так, счастье, рождение двух детей. Вы харизматичный, интересный. Кстати, кто хочет переехать в жаркую страну, где 350 дней лета, у вас есть возможность переехать в жаркую страну, шанс есть такой сумасшедший, да?
кто хочет родить двух деток, тоже такой шанс есть сумасшедший. Но опять же, вы тут на карте, да, на фотографии говорю, идете одна, то есть как бы идете одна, то есть вы будете активно принимать воспитание детей, участие, чтобы дать не менталитет, я бы так сказала, знаете, какие-то знания вашего рода. То есть вы не доверите мужу вот своих деток. Так, здесь такой еще шанс, что мужчина как бы не хотел вами главенствовать, он будет у ваших ног. Да, потому что здесь любовь сумасшедшая с его стороны, мужчина слабее вас, мужчина романтик, мужчина в чем-то абьюзер, да, но вот вы его тут все равно как бы обьете вокруг пальца. Мужчина только умеет говорить и ничего не делает. Это такой романтик, сидящий где-то там и летающий в облаках. Он выбрал вас для брака и семьи. Вы здесь оба проходите уроки тем, что все время ссоритесь, конфликтуете. Это неиссякаемый источник ваших отношений. Если вы ему пойдете на уступки, будете ему руки целовать, все, он тут же потеряет к вам интерес. Он за вами тут внимательно наблюдает, ревнует очень сильно вас мужчина. Так, смотрите. Вы вообще, ну, по природе победительница. И вы не можете уступить или проиграть. Это вот смертеподобно для вас, да. Поэтому вы включаете холодный мозг. Высшие силы делают вас все сильнее и сильнее. Они заставляют вас в этих отношениях не просто стать сильной, а этого партнера, этого абьюзера подмять под себя, чтобы он знал, где его место, да. Что лучшая корона на его голове – это ваш каблук. И здесь будет брак и семья. То есть мужчина настолько ресурсный, но настолько абьюзер, что вот он хочет, чтобы все ему подчинялись. Я бы сказала так, каждая женщина, которая его видит, она хочет быть его женой. Поэтому представьте, какая у вас конкуренция. У вас тут тайные какие-то отношения с партнером. Несмотря на то, что император Санадур, у него проснулась сумасшедшая страсть и любовь. И он от этой зависимости не может избавиться. Сложно, трудно здесь в этих отношениях. Здесь прям, ну, уже у вас такие, знаете, на последнем издыхании сомнения, а любит ли он, да, а насколько это сильна любовь. А, может быть, он так, знаете, всем объясняется в любви. У вас еще такой момент. Вам очень сложно и трудно дается возвращение своих параметров. Кто, вот, допустим, хочет похудеть, женщина до 40 себе может позволить вести какой-то образ жизни, например, там есть вкусненькое, сладенькое там, и так далее. Она после 40 и еще на ближайшие 40 лет жизни, да, должна себя не то что ущемлять, а она должна все начинать с нуля. Ну, то есть, если вы там в юности, в детстве занимались спортом, танцами, плаванием и так далее, потом замуж вышли, родили, бросили, по каким-либо причинам 40 лет надо начинать все с нуля. И этим уже заниматься до самой смерти, да, чтобы выглядеть супер. То есть не надо верить в то, что, допустим, в 40 лет уже там женщина никому не нужна, неинтересна. Женщина набирается такого опыта, она раскрывается как бутон. И она уже, знаете, не обременена там детьми, там мужьями, там внуками и так далее, да. Она может посвятить это время себе. Очень часто бывает поздняя самореализация, вот. И вот у вас тут есть такие сомнения, что вам настолько это тяжело удается, но вы как бы все равно двигаетесь. Так, смотрите, у вас будет скачок какой-то. Сначала долгий ступор, потом скачок во всем. В финансах, в браке, в омоложении, в похудении. Да, вот сейчас у вас так это как прыжок перед началом чего-либо нового будет у вас движение. То есть вас специально вот учат в этой жизни ждать и терпеть, да, то есть, чтобы вам легко победа не давалась. На самом деле вы иногда думаете, что одиночество или свобода – это ваша судьба. Поэтому вы ничего нового не ищете. То есть если с этим партнером не получится, вы уже готовы поставить вообще вот точку над этим всем и жить для себя. Тем более, смотрите, партнер такой
который сам себя за ножку повесил, ему ничего не мешает с вами встречаться, помогать, жениться абсолютно, да, и он горит страстью и так далее, но пока он ничего для вас не делает. Он, знаете, в холодных энергиях, он хочет, чтобы вы его безумно любили и боготворили, и делали все за него. Так, читайте вы его смс-ки, объяснение в любви, уже так без интереса, я бы так сказала. Мечтайте о чем-то новом, может быть, о новых победах. А вот, но мужчины, которые попадаются, ну, бедненькие такие, да, ну, жадненькие, как-то не хочется вам, да, помимо любви вам хочется все-таки, чтобы мужчина умел дать достойное содержание. Так. Ждать вы этого партнера уже не намерены, не хотите. Резкое такое разочарование в нем у вас, что уже как-то все потеряли ко всему интерес. Но у вас здесь, смотрите, здесь еще впереди получение удовольствия такого и сексуального, и духовного. И будете какую-то трансформацию такую проходить, вот я бы так сказала, за вами какой-то бегает еще тут тайный поклонник, да, и он может быть намного младше вас, и вам кажется, что вы еще ого-го, да, то есть вы понимаете, что вы нравитесь мужчинам. Брак-семья у вас идет, но какой-то долгий период времени вам нужно будет поддерживать версию, что вы поиски в активном, что вы на этом старом партнере не зациклены, карты убегают, не хотят нам тут рассказывать, да, как бы, сейчас мы посмотрим, что они прячут от нас. Прячут от нас то, что ничего не делайте в сторону мужчины, пускай мужчина делает сам, по причине того, что вам здесь нужно будет действовать именно в том направлении, что вы ищете. Да, что раз ты ничего не делаешь, я ищу. А на самом деле здесь кармическая ситуация – это терпеливо не давать эмоций и ничего за партнера не делать, не помогать, не пытаться выяснить, когда мы будем вместе, не пытаться выяснить, там, какие ты планы на меня строишь. Вот просто ничего не пытайтесь выяснять. Так, партнер посидит, поноет, начнет активно действовать. И не просто активно действовать, он даже захочет приехать. Потому что он понимает, что победу он одержит только тогда и получит от вас все, когда он сам начнет в вас вкладывать. Партнер, конечно, знаете, очень такой жесткий, в чем-то даже жестокий, бескомпромиссный. Что его греет в отношениях, это начало ваших отношений. Он видел вашу открытость, чувственность, эмоциональность, женственность. И то, что вы сейчас закрылись, он знает, что вы другая. И он хочет вот эти двери приоткрыть. Вот. И ваша задача здесь терпеливо ждать. Ну, и еще мечтать. Так, у вас будет какое-то быстрое омоложение, похудение, кармическая ситуация вдруг случится, как накопление, знаете, метод накопления. Вы будете безумно сама себе нравиться и чувствовать, что вы такая красотка, что на вас смотрит весь мир, что вы вот та самая императрица, да, которая любит себя и готова двигаться дальше. Так, смотрите, давайте еще посмотрим, какие тут испытания у нас. Сейчас я открою другую колоду, что, может быть, они нам что-нибудь еще хорошее расскажут, интересное, да, в этих испытаниях. Может быть, у вас какая-нибудь карьера будет, кто, например, хочет, очень хочет. Итак, смотрите, давайте посмотрим, может, что-то еще приоткроет карты. Так, опять же, финансовые здесь возможности. Сама, все сама.
профессиональная деятельность у вас будет очень такая крутая, да? Будете очень много зарабатывать денег, оттачивать мастерство. Я бы так сказала, здесь, знаете, здесь своеобразная хитрость такая. Во-первых, не показывать, не рассказывать о своих доходах и достижениях, а во-вторых, быть такой тайной загадкой. Тайной загадкой. Смотрите, партнер, который вас ищет, которого вы будете постоянно прятаться, активно он будет уже проявляться, двигаться в вашу сторону. Высшие силы здесь будут уже помогать вам. Они вам только единственное дают возможность не открывать своей любви, да, то есть как бы, чтобы заставить партнера действовать, потому что партнер здесь вот будет уже рвать и метать. Здесь большая любовь у вас взаимная, но партнер как-то, знаете, любит немножечко так, как садист своего мазохиста. Ваша задача здесь по умеренности быть спокойной, уравновешенной и найти внутренний баланс. И, знаете, и играть ту самую роль, которую он играл. То есть ничего не делать, да, быть в качестве повешенной такой жертвой. То есть я девочка, ничего решать не умею. Для того, чтобы партнер тут двигался благодаря своей любви и благодаря тому, что его жезл выбрал конкретно вас, да, то есть его сексуальное влечение. Вы будете такой эгоистичной, любящей себя любимую. Вы будете как бы манящей, привлекающей, дающей надежду на любовь. Ну, так издалека, я бы вот так вот сказала, да. Вы достаточно сильная личность, чтобы быть сдержанной, не давать эмоций, не давать финансов ему и не давать ему, ну, может быть, каких-то эмоций, связанных с ревностью. Он будет очень долго обдумывать вот эти ситуации, да, сначала обдумывать, потом как бы анализировать, должен убедиться в том, что он любит конкретно вас. Будет он проходить тяжелую трансформацию. Вот в этот период времени вот вы будете сидеть и ждать. Он будет разочарован, ему будет хотеться любви, ему будет хотеться, знаете, каких-то эмоций, которые вы ему давать не будете. Ваша задача ничего не делать в его сторону, только развиваться в свою. Потому что иначе он вас вот не то что под каблук загонит, а прямо посадит в какую-то клетку. Надо научить этого партнера на вас тратить деньги, а это только самоустраняться и уходить в сторону. Отворачиваться, уходить в сторону, не отвечать на его какие-то смски. Иногда, может быть, что-то тут анализировать, думать, но не копаться в себе. Очень часто копаются женщины в себе, что я не такая, я жду трамвая. На самом деле здесь ваша задача не копаться в себе, а тратить вот это свободное время на преображение себя, там, не знаю, читать книги, чем-то интересоваться, в чем-то развиваться. Ну, то есть вот это вот ваш сейчас период времени. Для огненных знаков очень такой сложный период времени. Так, у вас будут новые возможности в плане денег. И ваша задача правильно визуализировать эти деньги. Если кто-то хочет купить дом, переехать в другую страну, там, не знаю, выиграть миллион или так далее, да, то есть новые возможности здесь будут. Так, император здесь ваш захочет мира. Вы для него весь мир, он это осознает. Он будет активно качать энергию, писать, звонить, как-то действовать, пытаться договориться, кричать о своей любви. А будет понимать, что вы его бросили. Его будут раздирать вот эти противоречивые чувства. Он будет думать, что все разрушено, что это вы, которые виноваты во всем, что вы разрушили. Но по колеснице он задумается действительно о браке семьи и начнет действовать. Вот у него будет еще тяжелее период. Ваша задача только ждать, а его задача тут трансформироваться быстро, ускоренно. Будет ему настолько тяжело, что он будет думать, что он уже совсем вас потерял, и он начнет прям ходить конкретно в ваши сны,
моля о том, чтобы вы его не бросали. Так. Отгораживайтесь от него, отгораживайтесь от его любви. Будьте такой звездой недосягаемой, чтобы он понимал, что, ну, вы лакомый кусочек не только для него. Пускай осознает свою любовь. Потому что лучше он это пройдет, чем он, допустим, будет сомневаться, да? Брак и семья. Здесь уходит брак и семья. И как бы вы выходите из лунного света все-таки на дорогу счастья и любви. Да, но ждать вам придется упорно и долго. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.